Здравствуйте, господин Кадыкишвили. Правящая партия грузинской мечты делегировала вас в качестве моего э, главного собеседника, который будет отвечать на острые вопросы современной сегодняшней грузинской политической повестки дня. Вы являетесь председателем комитета парламента, депутатом парламента человеком э, очень значимым э, в правящей иерархии. Поэтому часть вопросов будут касаться предвыборной кампании, а часть, конечно же, политики, которую проводит э, правительство грузинской мечты. Я хочу начать с непростого вопроса. Почему правительство Грузии не впускает в страну журналистов? Есть что скрывать? Есть информация, что иностранные журналисты они сталкиваются с проблемой не только аккредитации, но и въезда в страну? В первую очередь я хочу выразить благодарность, сказать вам спасибо за эту возможность, чтобы обратиться к азербайджанскому народу, вашему аудиторию. И это, конечно, очень важно, чтобы наши соседи знали о политической ситуации в процессах в Грузии. Что касается медиа свободы, я должен сказать, что самые, так сказать, авторитетные международные организации, которые изучают права человека, права медии, состояние медии в то или другое государство, отмечают, что Грузия в этом плане представляет, правда, так сказать, оазис, который насыщен очень разнообразными средствами массовой информации. И вот в этом ситуации тоже можно сказать, что Абсолютный паритет, можно сказать, между э, строго, так сказать, критически, как называют себя, оппозиционными медиасредствами, в том числе телевидениями, и телевидениями, которые занимают более умеренное, объективное или более, так сказать, провластное э, положение. Э, что касается э, медиасвободы, я могу вам сказать, допустим, вот такую вещь. Э, Никакого, так сказать, сложности не представляет за неделю учредить новое телевидение в Грузии. Это автоматически происходит. Вы автоматически делаете заявление, покупаете э, соответствующую чистоту, и вы можете уже э, выйти в эфир. Так что с этим можно сказать, что в Грузии абсолютно никаких вопросов нет. Насчет конкретных, допустим, аккредитаций журналистов, я, в принципе, не слышал какого-нибудь э, весомого э, или реального э, препятствия, которые могли бы э, столкнуться какие-то журналисты. Вчера Рэй Бейсли, а, есть известный журналист, он работает в Чехии, он написал о том, что его не впустили в страну. Э, надо сказать, что, может быть... Когда на границе пограничник э, дает э, право кому-то войти или не войти, это может быть связано абсолютно с другими вопросами, но не медиа Все медиа-средства, которые хотят э, э, присутствовать в Грузии, освещать события в Грузии, которые за, 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 заранее какие-то э, заявления об этом э, делают, я еще не слышал ни одного конкретного и нет в практике конкретного случая, когда какое-то медиа-средство было остановлено и не было ему выдано аккредитации. Конкретный человек, который пересекает границу, может быть по разным причинам быть остановлен и не допущен на границе. Но И, есть еще не... такая информация, что в страну не впускают людей с украинскими паспортами. Соответствует ли это действительности? И я думаю, что это тоже, так сказать, абсолютная, так сказать, неправдивая информация. Я повторяюсь, пограничник имеет право какого-то конкретного человека по какой-то конкретной причине не пустить на границе. Но говорится о том, что в Грузии кого-то не пускают, это или это имеет какое-то системное, э, так сказать, качественное, так сказать, событие, это абсолютно неправдиво, потому что в Грузии очень много приезжих из Украины, конкретно которые были вынужденные переселенцы из-за той войны, которая сейчас там происходит. И скажу больше, для этих людей грузинское государство и дает соответствующую финансовую поддержку, социальные пакеты в пользу того, что мы обеспечиваем детей образование на их родном языке. Так что это абсолютно разные вещи. Предвыборные плакаты, билборды вашей партии, развешенные по всему Тбилиси, свидетелем чему я явился, вызвали очень большой ажиотаж не только в нашем регионе, но и в мировом демократическом общественном мнении. Вопрос ставится в такой плоскости. Насколько это соответствует моральным ценностям, моральной политике, сравнивать то, что сегодня происходит в Грузии, или, скажем, угрожать грузинскому народу тем бедствием, которое сейчас происходит в Украине. То есть Многие, многие в этом видят какую-то спекуляцию, какой-то нечестный подход, средства оправдывают цель. Что вы вы скажете, знаете, что <связывающие> вот эти билборды, которые показывают разницу между мирным развитием и войной, которая проходит в Грузии, это очень актуально, и я скажу почему. Потому что рассматривать эти билборды без контекста того, что происходило в течение всей этой времени в Грузии после вторжения России в Украине нельзя. Потому что тут была целая кампания с поднятой оппозиции, поддерживаемой некоторыми государственными представителями с Украины, некоторыми западными, так сказать, деятелями, которые призывали Грузии более активному, так сказать, противостоянию с Россией. И это начиналось от призыва вести прямые санкции против России со стороны Грузии, официально посылать с Грузии желающих воевать на Украине с благословением государства. И многие вопросы, которые в том числе уже ставились в кулуарах и правительственных кабинетах, которые подталкивали, прямо подталкивали Грузию к реальному противоставлению с Россией. Так что в течение вот всего того времени, как была начата вот эта война России и Украины, в Грузии вот этот процесс имел абсолютно реальный политический, так сказать, присутствие. И этот контекст, который сейчас, тоже доминирует, потому что буквально две недели тому назад Европарламент опять принял резолюцию, где еще раз прямо записали, введите прямые санкции против России. Что это означает? Это означает как минимум на 16% падение грузинской экономики, это означает дальнейшее обострение ситуации с Россией, и это в конечном счету, конечно, может привести и более тяжелым последствиям, которые связаны с безопасностью, какими-то провокациями, потому что надо помнить, что 20% территории Грузии оккупировано. И те самые главные, так сказать, не только для Грузии, но и для всего Южного Кавказа и так называемого Каспийского Черноморского коридора, они проходят через Грузию, и от этих главных магистралей трубопроводам, газопроводам, железнодорожным путям российской базы э, находится буквально в расстоянии где-то 2 километра, 1,5 километра. И все это может быть в реальной ситуации, быть перекрытым по каким-то причинам, с какой-то провокацией. И все это реальные угрозы, которые стоят перед Грузией. Так что Грузия не может позволить себя какую-то конфронтацию или какое-то напряжение, которое приведет к разным актам или агрессии, или усложнения ситуации в безопасности в политическом плане, потому что в любой момент может в том числе Россия принять так называемую с Южную Осетью в состав Российской Федерации. И это вообще тогда будет полностью, так сказать, упущена всякая возможность мирным путем реинтеграции и воссоединения Грузии. Так что вот этот вопрос был на повестке дня и остается на повестке дня в Грузии. И мы не спекулируем, мы именно показываем, что вот эта политика, которую проводит грузинская мечта, дает Грузии возможность сохранить мир и развитие страны. То есть вы исходите из рационального и разумного подхода в отношениях с Северным соседом, могучим северным соседом? Как вы прокомментируете версии, которые все чаще высказываются не только аналитиками в нашем регионе, но и во всем мире о сближении правительства Грузии с Кремлем? И высказываются даже. Порой очень такие смелые, правда ничем не подкрепленные, но смелые версии о какой-то договоренности между правительством Грузии и Путиным по поводу будущей реинтеграции оккупированных территорий Грузии. То есть, говорит, то есть скажем так, буквально говоря, ну, скажем, пущены в оборот, пущены, ну, тиражируются такие версии, что Кремль уступит Грузии, Абхазию и Южную Осетию ну, в качестве конфедеративного государства. Высказываются и такие версии. В качестве конфедеративного государства взамен за отказ от курса на евроинтеграцию и политическое сближение с Россией. Имеет ли вот все эти слухи, толки, какую-то почву под собой. Или это просто сумасбродство? Вы знаете, вот после начала войны где-то около 600 различных международных резолюций, документов, заявлений было принято в отношении Украины, где Грузия является соучастником и подписан, подписывал вот эти заявления. Скажу больше. Грузия даже был коспонсором когда было возбуждено международное уголовное дело против России вот, в связи с началом войны. И немногие страны, в том числе вначале были готовы к этому. Скажу еще больше, когда началась война на Украине, почти все иностранные посольства покинули Украину, только грузинское посольство оставалось в Киеве. Так что все эти разговоры, можно сказать, что фактами другое показывает. Только один тот факт, что Грузия не хочет э, вступать в конфронтацию, которая перерастет в полномасштабную войну с Россией, конечно, это каждый разумный человек должен понимать. Но вы понимаете, когда идет э, большая, так сказать, противостояние геополитическое. В этом плане, конечно, каждая большая сила старается нанести как можно больше урона или больше, так сказать, проблем другой стороны. В этом плане, конечно, было бы очень полезным для такого мышления, чтобы для России было бы много других, так сказать, проблемных, проблемных направлений. И одно из таких проблемных направлений, конечно, могло быть и Грузия. Но мы не можем себе позволить, чтобы это проблемное направление стало бы жизненно погубным для Грузии. И это мы прекрасно понимаем. Так что вот только вот это одно реальное, очень понятное, так сказать, обстоятельство дает нам, конечно, Право на то, чтобы защитить свои жизненные интересы, жизненные интересы, интересы нашего народа. А я ли вы в то, что Россия, Путин вернут вам я вот, соседей. Я вот перехожу к, к этому вопросу. Вы знаете, когда началась война на Украине, многие украинские политики прямо призывали, что сейчас есть время, чтобы заводить моторы на БТРах и танках, там прогуляться в Цхинвале, в Абхазии. Для, у России нет сейчас времени для Грузии. Он поглощен войной, он проигрывает эту войну. И что вы ждете? Давайте, идите на этот, так сказать, шаг. Это, конечно, было прямой провокационный приз, призыв для Грузии, чтобы начать войну. Что это обозначает? Опять кровопролитие между э, грузинами, осетинами, абхазами, которые абсолютно допустимо. Это опять обозначает, что будет опять, так сказать, противостояние с народами с Северного Кавказа. Это опять обозначает, конечно, уже прямое включение э, России в военные действия по, по, против Грузии. И у нас есть абсолютно понятная и в свое время полностью одобренная, в том числе международным сообществом, политика мирного развития и мирного воссоединения Грузии. Это стратегический вопрос, который будет решаться только вот в историческом плане. Развитие Грузии, всестороннее развитие Грузии, в политическом плане, в демократическом плане, в плане прав человека, в плане экономического бурного развития и поднятия благосостояния народа Грузии. Это, конечно, является фундаментальной основой, которая дает возможность, чтобы отколовшие временно регионы, и Абхазы, и Осетины, почувствовали ту реальную хорошую перспективу и возможность, жить в этой стране для конкретного развития каждого человека в этих регионах и конкретно для этих наций. Так что вот это и является основным нашим политическим посылом в плане воссоединения Грузии. Я политика, она, конечно, очень такая непредсказуемая, она всегда меняется, так что наша готовность... Вот именно в этом заключается, а, а за чтобы, чтобы Грузия была бы всесторонно привлекательной страной. Я человек, который активно принимал участие в национальном движении Грузии еще в самом начале 80-х годов, когда это еще под поле происходило, потом все события 89-го, 9 -го апреля, я был очень активным участником, вел, конкретно, вот, допустим, вот этот известный митинг 9 апреля. Конечно, в те годы никто не, смог, не мог предсказать, что Советского Союза через пару лет не будет. Да? Но геополитика, она такая беспожарная. Вот это произошло. Сейчас, конечно, очень трудно кому-то представить, что как-то изменится так ситуация. Грузия настолько развитая страна будет, и чтобы и Абхазам, и Осетинам опять захотелось бы жить исторически в том государстве, с теми народом, которые они, с которыми они жили веками. Никто сейчас не может сказать, что как это может Россия отступить от своего, так сказать, присутствия в таком в плане в Грузии и оккупации грузинских территорий. Но это все меняется, понимаете. Изменилась такая глобальная ситуация в мире, как Советский Союз. Он исчез, исчез Варшавский договор, все это произошло буквально за считанные годы, так что всегда надо быть в позитивном плане, развитым, готовым к изменениям, а эти изменения, конечно, всегда наступают. Так что мы думаем, что вот мирная, так сказать, политика нашей страны, она свои плоды абсолютно приведет. Вот я сейчас говорю с азербайджанским телевидением, с азербайджанской аудиторией. Наверное, где-то пять лет тому назад тоже никто не смог бы предвидеть, что Азербайджан смог бы восстановить свою территориальную целостность. Но это произошло. Тут многие факторы, конечно, присутствовали. Но вот комбинация всех факторов, которые позволили сделать это, вдруг в какой-то момент настал, и результат уже налицо. Так что у нас тоже такой подход только мы прекрасно понимаем, что только мирным путем, путем развития Грузии во всех планах, во всех отношениях, даст нам возможность восстановления нашей территориальной целостности. Все остальные, так сказать, заявления насчет договора с кем-нибудь с кулуарные, так сказать, вопросы ⁇ это вопросы спекуляции. Вопросы спекуляции тех людей, которые не хотят мира, а которые хотят, так сказать, дальнейшей эскалации. Так что они могут придумывать очень многие, так сказать, байки насчет какого-то там тайного соглашения. Но главное, я еще раз повторяю, это открытая политика, которую проводит Грузия по мирному развитию, мирного сотрудничества и... Грузии, развитие Грузии как правда страны, которая э, развивается как реальная европейская страна. Вот это самое главное. А не те политические спекуляции, которые в этот предвыборный период э, очень многие, как со стороны грузинской оппозиции, так и со стороны многих зарубежных Ну, эти э, слухи муссируются в грузинском обществе. Очень очень активно, поэтому небеспочвенные слухи небес, и, 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 соответственно, беспочвенный вопрос. Такой вопрос. Воспримут ли грузины конфедеративное устройство или э, ставится сугубо вопрос унитаризма? То есть, э, скажем, э, территориальная целостность для грузин это самоцель или государственное устройство все же будет играть определяющую роль? Вы знаете, тут самое главное – это реинтеграция не только территории, но и людей, которые живут там. Без этого, конечно, никакого совместной жизни и совместного государства не получится. Все остальное – это, можно сказать, вопрос, который надо решать на политическом и юридическом плане. Мировой опыт знает много версий, когда одно государство включает в себя разные народы, разные, так сказать, политические субъекты, но это абсолютно одно государство. Так что конкретизировать сейчас в плане того, что мы помним только от Советского Союза, что должно быть или Федерация, или Конфедерация, это сейчас нерелевантно, не начинать вопрос с, это, с этого. Самое главное, чтобы постепенно, постепенно налаживать те мосты отношений, которые в конечном итоге приведут от, к воссоединению этих народов. Надо сказать одно, что в том числе, допустим, до 2008 года, да, до прихода Саакашвили к власти, между Цхинвалским регионом, так называемым Южной Осетии и Грузией, были очень тесные э, отношения в плане человеческом в плане, в плане бизнеса, в плане торговли. Э, люди абсолютно свободно перемещались, торговали, имели даже совместные бизнес-проекты и так далее и тому подобное. Так что мир э, требует несколько времени, чтобы достичь сотрудничества. Разрушить это можно очень легко. То же самое вот с Абхазией тоже, да. Несмотря на всю вот эту ситуацию, очень многие Абхазы переходят в Грузию для лечения. Для них лечение также бесплатно и также финансируется государством, как для граждан Грузии. Так что это все показывает то, что Абсолютно возможно восстановление и строительство совместных отношений, совместное проживание в одном большом государстве. И я этот вопрос смотрю еще и в более широком контексте. Вот сепаратистское движение начало себе так, о себе сильно заявляться с началом Карабахской, да. Но оно не само по себе возникло. Да. Это но... сепаратистское движение подпитывалось. Да, и это... вы знаете откуда? Мы, мы все это все прекрасно знаем и помним, да. Начало с Карабаха, потом пошло и Цхинвали, и Абхазия, Приднестровье, но Приднестровье. Этот вопрос решился Карабах, это как-то символично, наверное, воп... решение других вопросов э, тоже э, постепенно будет э, на повестке исторического, исторического так сказать, процесса. Будем надеяться. Да, будем надеяться. Так что наша политика в этом плане, она абсолютно ясная. Я еще раз повторяю, что вот эта политика была, так сказать, абсолютно поддержана, официально поддержана всем мировым сообществом. Вот так называемый Но эта политика проводилась Западом. Эдуардом Амбросевичем Шеварнадзе, как вы правильно отметили. И к чему она привела? Вы знаете, были ли плоды вы знаете этой политики? Вперед, Чеварнадзе эта политика, так сказать, привела к тому, что... Он после... пошел на все мыслимые мы немыслимые мысли. Да, уступки. но в то время и Абхазия, и так называемая Южная Осетия, в том числе со стороны Российской Федерации, были официально признаны как территории, как сосходящий состав государства Грузии. Вот политика, которую потом проводил Саакашвили, привела к оккупации реального присутствия там российских военных баз и э, признанию со стороны России вот этих территорий как независимых государств, которые, конечно, все это очень осложнило э, процесс реинтеграции и восстановления территориальной целостности. Так что разница тут наглядная. И вот эта политика, о котором я сейчас говорил, как раз была принята нашим государством уже после войны 2008 года, а конкретно уже после прихода к власти э, Грузинской мечты в 2012 году. У меня нет никаких сомнений, что Грузинская мечта не собирается уступать власть. И, э, по всей видимости, оппозиция, насколько я понял из интервью с лидерами э, вашей оппозиции, они готовятся к Евромайдану. Готовы ли правительство Грузии к активным бурным протестам и вот к тому сценарию, который разыгрался в Киеве 10 лет назад? И готовы ли превентивные меры, чтобы не допустить разрастания внутригражданского конфликта и его перерастания вот в это беспрецедентное гражданское столкновение, то есть конфронтацию. Вы знаете, после 2020 года, выбора 2020 года, три раза оппозиция пыталась провести какой-то Майдан. Причины были разные, но цел был один. Как-то обходя выборов, свергнуть власть и прийти к власти вот таким образом. Ни один раз у них ничего не получилось, несмотря на то, что у них был конкретный, так сказать, какая-то поддержка за рубежа тоже. Так что в этом плане их все попытки были тщетны. потому что мобилизация какого-то количества их сторонников, это еще не значит, что это желание страны и народа. Знаете потому? почему? Потому что говорит, что мы должны свергнуть власть, потому что этот власть, допустим, авторитарная, не получается. Потому что человек включает телевизор и смотрит, что Тут очень много оппозиционных телевидений. Потому что, допустим, когда вы смотрите на политические партии Грузии, вы смотрите, что очень многие, очень богатые, очень влиятельные люди, они сами присутствуют в политике, учреждают партии, принимают участие в выборах, в политической жизни. Не получается, потому что... Люди видят, что экономика этой страны развивается. И получается, потому что люди видят, что никто никого не терроризирует, никто не сможет сказать, привести конкретный ход, один конкретный реальный факт, что государство кого-то притеснял бизнесы, у кого-то отнял какое-то имущество или заказывал какие-то такие действия который противозаконные в отношении человека, в отношении собственности, в отношении бизнеса, в отношении прав человека. Нету такого факта. Просто голое желание, чтобы взять власть в руки, недостаточно. Поэтому все эти Евромайданы заканчивались ну, обычными, так сказать, временными Всплесками. А может, это были репетиции перед генеральным вы, сражением? Вы, вы знаете, что когда репетиции раз за раз проваливаются, уже генеральные так сказать, столкновения не происходят. Вот через пару дней, 26 октября, уже будет То есть, вы абсолютно готовы и уверены, абсолютно, что да. все попытки читают. Да, абсолютно. Власть и устоит. 26 октября будут выборы. Вы знаете, что грузинское законодательство выборов, оно самое совершенное, я вот абсолютно могу это сказать со всей ответственности, даже во многих странах Евросоюза, наверное, нет такого, так сказать, скрупулезного составленного законодательства, которое регулирует абсолютно весь процесс выборов, начиная от того, как должны работать медиа и как происходит голосование конкретных предвыборных, на выборных участках. И, кстати, у нас уже электронное голосование, которое дает возможность абсолютной точности в течение получаса после окончания выборов видовать уже результаты, и никто не может так сказать, потасоваться или спекулировать на этот счет, как это было в 2020 году. Так что выбор грузинского народа, он будет, конечно, абсолютно, так сказать, абсолютным вердиктом для всех и для внутренних и для зарубежных. И, кстати, можно еще один такой пример привести. Я например. прошу прощения, просто я, я, я что mm -hmm. хочу, я хочу просто уточнить, чтобы мы Пожалуйста. не ушли от главной темы. Помните, как говорил Владимир Ильич, революция совершает не народы, а политические силы. Если в данной ситуации этой политической силе удастся. Вот, вот представим такой сценарий развития ситуации. Вывести на улицы 200-300 тысяч человек. Что сделает правительство? Начнет разгонять. У них 20 октября был вот эта генеральная репетиция, чтобы вывести народ на улице. Вывели около 20 тысяч человек. Так что все нормально в этом плане не стоит на это обращаться особое внимание. Да, у них есть такое желание. Многие из-за рубежа тоже, наверное, желают этого. Это я не отрицаю. Но одно желание, а другое реальные возможности. Так что вот я закончу. То вот есть столько... вы не допускаете ситуацию, при которой могут выйти столько людей? Невозможно. невозможно. Просто невозможно. Угу. Вот понимаете. И, сама оппозиция она разрознена разноденна не консолидирована да совершенно вы понимаете вот Лебед, Рак, Шук, вот они, в этой предвыборной кампании президент который перманентно нарушает конституцию согласно нашей конституции президент не является исполнительной властью. английская королева да английская королева вот это классический пример допустим что есть в Германии в Италии где парламент и правительство, а президент да -да -да. Он, он символ, так сказать, декорация, да. И она включается в политический процесс и предлагает вот такой вариант, что давайте, она понимает, и что вот эта оппозиция такая дискредитированная, что народ его никогда не выберет как правителя, поэтому предложили такой вариант. Давайте эти, эти выборы только на один год. Я представлю вам техническое правительство, которое проведет какие-то реформы, и потом проведем нормальные выборы. Абсолютно, так сказать, непонятные посыли для народа. И даже эта оппозиция, которая подписала вот эту его карту, меморандум, в последний момент отказался от этого, так сказать, от постановления вопроса. И вот буквально вчера президент сказал, что я не буду представлять больше вот так называемое техническое правительство. Все это показывает то, что они вообще действуют вне поля Конституции. Это раз. И во-вторых, политически абсолютно непонятные вещи говорят для народа. А то, что говорит этот власть, это абсолютно понятно. Ну, может быть, для кого-то неприемлемо, но абсолютно логично и понятно, потому что мы говорим, мы хотим мира, мы хотим развития, мы хотим сохранить свою идентичность, и вот этим путем мы хотим прийти в Евросоюз. Все посыли, все э, предвыборные планы и обещания, которые дает грузинская мечта, она абсолютно э, реалистична. Знаете почему? Потому что оно является логическим развитием, дальнейшим развитием того, что уже сделано и достигнуто. Это конкретные цифры, конкретные осязаемые вещи, конкретные осязаемые, так сказать, показатели развития государства. Я вам скажу. И, и плюс одному. И все это подкрепляется прогнозами самых авторитетных международных организаций, какими являются мировой банк и международный валютный фонд и, и, и еще один 11 октября было опубликовано промежуточная доклад, э, да, доклад э, ОДР доклад о др и ОБСЦ. это главные международные наблюдатели в принципе во всем мире и там было абсолютно э, четко сказано что э, предвыборная ситуация в грузии она Нормальная по всем, так сказать, показателям, по всем секторам, которые, по которым они измеряют. Ну, только одно, что есть сильная поляризация в полит, между полит, 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 политическими партиями. Ну, это присутствует, это факт. Но в основном э, каждая партия, каждая медиа, каждый человек, каждая структура, э, она работает нормально для проведения честных демократических. Да, с президентом, приборов. с президентами Грузии не везет. Я я могу вам привести еще один пример. В одном из интервью я брал интервью вашего экс-президента Маргвелашвили. Он мне тоже обещал и заявил о том, что э, революция сметет грузинскую мечту в самое ближайшее время. Ну, об этом он мне говорил где-то полтора года назад. Э, я очень внимательно слушал. Вы понимаете, вот когда политик говорит о революции. Э, он уже, можно сказать, что проигрывает выборы. Урожденная революции. Да. да. Про, проигрывает грузины, выборы. Грузины, грузины, зачем, зачем вам революции? Потому что без всякой революции грузинская мечта реально выиграла выборы в 2012 году в том положении, в том положении, когда не было ни одной. Реальное оппозиционное телевидение. Но Саакашвили мог бы не отдать власть. Он отдал? Ну, отдал, потому что мы выиграли. И на улицах Тбилиси, вот как вчера было, вышли сотни тысяч э, демонстратов в по поддержку грузинской Я мечтей. прошу прощения, но Шеварнадзе не хотел отдавать власть. Пришлось у него силой забирать эту власть. А Саакашвили, он фактически отрекся от нее. Саакашвили не отрекся. Саакашвили проиграл, и он увидел народ Грузии на улице. Не после выборов, до выборов выходил народ на улице. А, в 2007 году он разгонял митинги. Это, он это разгонял митинги, факт. Да. да. Не только 2000. Я не могу его назвать демократическим президентом. Какой там демократический, он Нет, создал. Я говорю, с... он, он, он разгонял, создал Он газом, со... дубинками. Это было все. Он создал. Газом, он создал систему питок, систему насилия. Да. систему отнятие бизнесов. Он это все системно создал. Но при этом он И сделал это, очень много это, это, хорошего Это, для это говорит грузии. не это грузинская мечта, говорить, да. это говорит решение Страсбургских, Страсбургского суда. Он сделал кое-что хорошее, вы говорите, да, сделал? Не, не кое-что, очень многое, да. Я помню, когда я приезжал в Грузию, и, скажем, здесь я оставался в гостинице Аджаре, и солдатам они разыгрывали, они просто так жонглировали гранатами и лимонками. А Саакашвили, создал устойчивое правового государства, этого отрицать нельзя. Нет, вы не совсем правильно хронологически все это так сказать изложили, потому что хедрионы и вот эти все э, пара военные организации, которые действовали в 90-е годы, в начале 90-х годов э, в Грузии, они прекратили реально свое существование где-то в втором половине 90-х годов. Ну, они ушли, пришли воры в законе, скажем. Но, То есть я но, хочу сказать, что это но, не было правового государства до санкт Правовое государство, нет, неправильно так. Правовое государство было, конечно. Но насколько эффективно было, вот это другой вопрос. Да, но надо тут еще один вещь э, очень хорошо понять. Вот э, что дело тогда бедина Иваны Иванишвили? Вот когда Саакашвили пришел в власти, да? Грузинская казня была очень бедна, пуста, можно сказать. Все эти реформы, начиная от полиции, кончая до армии, образования, зарплаты государственных служащих, все это финансировал Бедина Иваныч Швили. Он сказал: сделайте хорошие реформы. Всю финансовое обеспечение вот этих реформ даю я. И это был, так сказать, и проектом реформирования, который финансировал Бедина Иванович ну, Это ужасно, когда казна но, государства зависит от кармана одного человека. Вы понимаете? Скажите. Да. Но сейчас, вот сейчас уже. Абсолютно никакого значения не имеет э, Иванишвили или какой-то другой богатый человек в этом плане, потому что грузинская э, бюджет Грузии уже нормальный бюджет. Он может абсолютно автономно обеспечивать все те расходы, которые э, сейчас э, являются абсолютно необходимыми для государства, для народа, для страны. Так что я почему это говорю, что это не только одно, там, Саакашвили что-то сделал. Это сделал грузинское общество. И член грузинского общества, Бедина Иванишвили, это внес львиную долю. Но когда Саакашвили потом начал все это использовать для авторитаризма и создал систему, которая систематически питал людей, убивал людей на улице. С этим я согласен. Да. Вот тогда уже народ, и в том числе Бедина Ивана Швили, сказали, что так продолжаться. И вот те трагические события, которые потом произошли в 2008 году, когда недавновидная и во многом провокационная политика Саакашвили привела к прямому агрессию России в Грузии. Вот после этого уже можно было сказать, что окончательно народ понял, что надо эту власть менять. И поменяли не с революцией, а поменяли на выборах. Так что ни один раз грузинская мечта и его лидер Бедина Иванишвили не говорил слова революции. Он всегда говорил, что народ на выборах изменит все. Вы должны посмотреть кадры того выбора, когда полиция прямо вмешалась, когда был абсолютный беспредел. Но воля народа была настолько сильна, настолько выражена, и потом настолько все это конвертировано в процесс выборов, что ничего не оставалось ни Саакашвили, ни другим государством, как не признать вот эту победу на выборах грузинского народа. С тех пор почему не получается революция? Потому что, понимаете, надо что-то накипеть, да? чтобы вот как вы сказали, политические силы это кипение использовали. Не накипается, потому что каждый день человек может включить телевидение как минимум 4-5 саппозиционных... он кипит, но он открытый. Крышку он не открытый, не да. Не закрывается. Не потому что э, нечего скрываться. Вы скажите, если, если грузинская мечта, последний мой вопрос, проиграет эти выборы... Отдаст ли она власть оппозиции? Вы, Я скажу один вопрос. Грузия, Грузия ⁇ это правовое государство, и вопрос власти тут не будет решаться ни, ни, ни одно иностранное государство или иностранный деятель. Не будет решаться никакая политическая партия и его революционные посыли. Это будут решаться согласно закону на выборах грузинский народ. Что выборы грузинский народ, тот и будет. Но грузинский народ, вы, наверное, вчера тоже смотрели, что выборит, это уже ясно. Ну, очень много бюджетников было на вчерашнем митинге. Вы знаете, кстати, я что на что заметил? Я вчера примерно около трех часов разгуливал по э, проспекту Шота-Руставели и смотрел на лица э, ваших сторонников, людей. Я заметил, что в основном представители старшего поколения. Молодежи не, не увидел. То есть она была, конечно же, но э, подавляющее большинство... Это люди э, после вот, вот старше, старше 40. Вы знаете, с чем э, это связано? Э, э, кстати, хорошо э, вы хорошо мне напомнили. Вы знаете, тут э, один вопрос, можно сказать. Там и было и молодежи, особенно вот да, в передних, э, так сказать, с, э, я был с пяти да, часов. Да. Да. Я, да. Я, я, я 4 часа наблюдал за у, этой акцией протеста. Молодежи. И, точнее, поддержки. Молодежи. Но... Я вам так, так скажу, что разный подход к политике. Во-первых, они не очень активны, но есть другой но. Вот когда начал работать вот эта пропаганда, что мы отдаляемся от Европы и все достижения, которые были приняты в сторону сближения Европы, в том числе безвизовое движение, что больше, более или менее понимает да, народ, конкретно имеет с этим дело, они стали давить на молодежь. Да, это было, и это есть yes, такое присутствие вопроса. Но я вам хочу сказать, что вот эта фейковая кампания, огромная кампания, которая была проведена против Грузии, что, мол, закон о прозрачности является российским законом, три дня тому назад э, Страсбургский суд по правам человека абсолютно все это дезавуировал. Знаете, почему? Вы, вы говорили, что вот этот закон, российский закон. Русский да? закон. Русский закон, да? Да, да. Русский закон был обжалован в Страсбургский международный суд. И суд вынес э, постановление. Там было перечислено а пять, да? пять конкретных э, пунктов, пять конкретных положений которые противостоят и не совпадают с Европейской хартией по правам человека. Ни один из этих пяти пунктов абсолютно не присутствует в грузинском законе. Грузинский закон – это самый либеральный закон, который может в этом плане присутствовать. Он говорит только одно. В течение года все неправительственные организации, которые получают более 20% зарубежного финансирования, в течение года один раз должны декларировать свой финансовый отчет. Больше абсолютно ничего. Никаких запретов, никаких, так сказать, лейбелов, никаких ограничений, абсолютно никакое, так сказать, другое обязательство у этой организации – не возникает. Просто должно быть информировано общество, что вы делаете в течение года один раз вашу финансовую отчетность. Никто не говорит, вы должны этого делать или не делать. Нет. Просто делайте один раз прозрачность в году. Кстати, того же самого вот этих международных организаций уже второй год подряд Грузия занимает первое место в мире, первое место в мире по прозрачности своего бюджета. Оно, это означает, что каждый э, тетрей, каждый цент, каждая копейка, каждый лари, каждый манат, э, который тратится в Грузии э, государством на любом уровне муниципалитетной или центральной власти она абсолютно прозрачная. Вы так описали ситуацию в Грузии, что мне хочется переехать в Тбилиси. Вы, знаете что, вы знаете, что в реальной жизни, если отодвинуть пропаганду, очень многие и так и поступают. Хотят жить и приезжают тут и жить, и работать. Но свобода у вас да. безгранична. Это, это, это абсолютно это, правда. Это, да, я это чувствую как журналист. Это абсолютно правда. Да, да, да. очень приятно да. и комфортно. Себя чувствуют, И Вы это... знаете, и бизнес тоже тут абсолютно свободен. Вот только э, около 3000 азербайджанских компаний работают в Грузии. Они принимают участие в разных государственных и муниципалитетных тендерах. Так что Грузия это довольно открытое общество. Настолько открытое общество, что... Что даже не хочется его закрывать. Да, очень трудно <с даже многим представить, что это настолько открытое общество. И государство настолько оно корректное и открытое. Так что это все, поэтому я говорю, что политические кипения, которые во многом поддерживался и поддерживается определенными кругами за рубежа, она, конечно, создает вот этот информационный... Вы вот из за рубежа. Вы имеете в виду Соединенные Штаты и Западную Вы... Европу или Россию? Или Иран? Вот можно ну, конкретизировать? Иран, Иран тут меньше, вот, а остальные все имеют, конечно, свои интересы. То есть и... я так понимаю, что у вашей партии, у вашего правительства есть проблемы с определенными кругами США и Западной Европы? С определенными кругами, да. И почему? Потому что это имеет конкретный, вот в этом геополитическом плане, конкретный интерес. Как только пройдут, пройдут эти выборы, как только война в Украине будет закончена, все эти конкретные, все вот, умедленные политические интересы, они будут исчерпаны. И отношения перейдут в обычное русло. Спасибо вам, пожалуйста.